В Башкортостане продолжает расти смертность на дорогах. За 9 месяцев года в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 350 человек и свыше 3000 получили травмы различной степени тяжести. Основная причина смертельных аварий – столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. По статистике Управления ГИБДД по республике, всего с начала года на территории региона зафиксировано 2700 ДТП. Анализ дорожно-транспортных происшествий по дням недели показал, что большинство из них совершается при выходные и выходные дни. Основное количество погибших участников дорожного движения приходится на светлое время суток. Свыше 2000 ДТП. Погибло 244 человека. А в темное время суток 686 аварий, погибло 109. Свою лепту в статистику внесли водители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения. По их вине произошло более 350 ДТП, в которых погибли 54 человека. Большее количество аварий с участием нетрезвых водителей зарегистрировано в Уфе, Сибае, Октябрьском, а также в Баймакском, Белорецком, Туймазинском районах. С начала года сотрудники ДПС задержали 11 500 нетрезвых водителей. 2021 год, несмотря на... И ногами я тупал, и голос повышал, и кулаком стучал. Видимо, не работает. Значит, у нас идет рост по сравнению с 2021 годом. И я могу сказать, что в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, где тоже разные дороги, много дорог, у нас ситуация очень-очень плохая. На сегодняшний день в республике продолжается работа по выявлению мест, где происходит больше всего аварий. Для снижения их концентрации там по необходимости устанавливают ограждения, светофоры, наносят разметку. Отмечу, что на федеральных трассах, которые пролегают по территории Башкортостана, установлено 1000 камер фото-видеофиксации. К концу года их число увеличится до 1800. Таким образом, системы будут установлены через каждые 3 километра.